Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с сайта jd.com. Здесь, по идее, должен быть планшет и клавиатура. Сейчас распечатаем и посмотрим, так ли это. Доехала она сюда очень быстро, 2 недели. Почта Эстонии ехала. Вот такая вот коробочка в стиле ЖД, сайта ЖД. Так, и смотрим, что здесь у нас есть. У нас есть только планшет. Клавиатуры нет. Планшет Chewy. Chewy V8 Plus. Клавиатуру, сволочи, не отправили. Ну, сейчас распечатаем, посмотрим на чудо-планшет. Так, вот такой вот планшетик. Пробуем его включить. Так, посмотрим, что здесь у нас еще идет. Зарядные, кабель и какая-то макулатура. Все, больше ничего здесь нет комплектации. Так, ну ждем включения планшета. Сейчас будем открывать диспут. Вернее, какой там диспут. Оплачивали через PayPal, так что, надеюсь, проблем не будет. Так, заказывал я все это дело по акции. Вот он загрузился. Стандартное включение Windows. Так. Вводим. Подключение к Wi-Fi. Ну, так вроде бы все работает. Сразу проверяет наличие обновлений. Ну, сволочи, клавиатуру не отправили. Так, стандартное приветствие Windows. Ожидаем окончания этой загрузки системы. Так, видимо, планшет разряжен. Подключите компьютер к сети питания. Цена довольно-таки неплохая по акции.
учитывая скидки. Но клавиатуры, клавиатура должна быть с мышкой, ее не положили. Так, ну, в принципе, все работает. Тут уже так, в принципе, планшет целый, никаких нареканий нет. Вроде бы и включается все. Долгая загрузка. Так, у нас тут разные подключения. Тут, я так понял, это наушники. Так, видимо, он не включится, так как разряжен. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.